Хорошо у вас, очень хорошо. Мне кажется, наоборот, сразу это опущение. Нет. То есть, ну, получается, вот у меня курсом как-то, да, мы раз в два делаем, и потом вот... И хорошо, перерывы, может быть, да? Это и хорошо. Подать вам телефон? Не надо, не надо. Здесь мы будем делать первую коллекцию. Делали до Нового года. Это прошло сколько времени? Я думаю, в ноябре вот мы делали. Ноябре. Конец, наверное, да, ноября. Я думаю, 3 недели прошло. Но это делали один сеанс, да? Ну, уже вот до ноября мы уже 2 сделали. Ну, эфир был очень хороший, конечно. Ну, у вас тоже сейчас хорошо. Нет, и глазки хорошо, все, да. Нет, и здесь мне нравится. Все сохранно. Нет. Показалось, что так. Нет, это показалось. Это потому, что январь-февраль самый тяжелый. Это усталость какая-то. Усталость, потому что, в общем-то, год заканчивается в конце февраля. Ну, как-то в декабре. Поэтому сейчас все кажется немножко как будто хуже, чем есть оно на самом деле. Нет, все неплохо. Все очень неплохо. Так, лично, чтобы я не речь. Очень удобно. Карточка для пациента, номер серии. И одну в карточку. У меня есть книжечка. Вот. Мы сегодня как раз говорили, что тот, кто внимательно к этому относится, тот, кто следит за собой и за документирует. Это есть книжечка, куда это все приклеивается. Так, смотрите. Рич. Вот у нас он отбил. 08. Счастливо. Спасибо. 08, 1 и вот 1,2. Mm-hmm. Тоже, да, для биоревитализанта 18 миллиграмм. Объем 1,2 миллилитра. Это очень хорошо. Глазки, правда, сначала чуть-чуть. Mm-hmm. Важно, чтобы пациент был настроен на работу и на результат. Это поможет вам, да, вы будете спокойнее работать, пациент будет спокойнее это переносить. Никогда не настаивайте на проведение процедуры. Если есть какие-то сомнения у пациента, отпустите его. Попить кофе, чай, погулять, подумать и принять решение. Не принимайте решение за пациента сами. Свое отражение в зеркале должно не понравиться, так? Чтобы, в общем-то, решиться на эту процедуру очень неприятно. Солнышко, что мы для этого дожили. Ага. Весна. Ну, плюс 2 сегодня обещали. Да. Девушка же сказала, там весна. Ну, девушке теперь весна. Она абсолютно счастлива. У нее выражены результаты, что она хотела. Руки сделали, все. Вот, вы знаете, это такая очень... Самое главное, что безопасная, да, возможность почувствовать себя увереннее, да, от
части это для того, чтобы свое отражение радовало в зеркале окружающих, чтобы оно радовало, совершенно другая самооценка. Правда? Mm-hmm. Когда не уверена в себе. Но они мне очень нравятся, вот эти вот морщинки, гусиные лапки, они были длиннее. Вот тогда мы кололи, вот где-то вот отсюда я начинала колоть, вот где-то было. А сейчас это было вот что-то от них вот тут осталось, вот чуть-чуть. А сейчас вот. А было это вот. Вот. Они доходили все вот сюда, вот на двух сеансах биоревитализации очень. Смотря на зиму, потому что все-таки зимой тоже. А вы нам покажете вот эти точечные? Я сейчас покажу вот этим, потому что у нас сегодня больше же не будет никого. А потом вот здесь вот на этой морщинке я вам покажу. Так что будем себя наговаривать. Уже предвзято, да. Знаешь, стремишься, чтобы популярно было, да? Не люблю быстрые вот поверхностные, но много расходуется материала. Лучше потратить время, да. Конечно. Вот верхний век. Да, верхний век сейчас, конечно, нужно. Сейчас мы все сделаем. Чтобы как раз проблематичные веки. Не надо много делать. Помню, да, мало, часто в проблемную область. Очень понемножку. Ну, смотрите, если бы это было филлер или волюм, вот у нас есть вот. Да. Вы ее даже как бы приподнимаете, да? Да. Видите, вот без интервала. Не пахло, да? Да, это вот. Это не пахло. Давайте вот здесь более заметно. То есть, когда мы работаем речь, мы можем пройти вот так поверхностно, да, чтобы отработать эту технику точечную. Потому что это рассосется все. Защищена глицерина, но не ретикулированная гиалуронка. А так мы проходим вот так. Ага, это филлер мы так проходим. Да, но еще меньше, потому что тут я уже вот как бы, чтобы вот это вот, вот так, как вот здесь, да, вот, чтобы не было видно совсем.